Всем привет, с вами я, Черик Петрович. И, конечно же, другой Фредди. Да. И сегодня вы посмотрите на эпичный Гарри Поттер. Да. Ну что, погнали? Yeah. Всем привет, с вами здесь Фредди. Какого фига нас двое? Фредди, какого фига ты здесь взялся? Я не знаю, но я с тобой веду шоу. Окей, а мы погнали. Да. Чика, что ты со мной сделал? Я? Пьяный? Да. Тут. Да. Йоу. Все, чуваки, теперь все нормально. Озвучиваем. Чика, какого фига ты делаешь на нашем сериале? Ты же вроде уволили нафиг. Или ошибаюсь? Я даже отвернусь от тебя, потому что от тебя противно пахнет. Не так ли? Ты чё, посмотри, в какой я позе стою. Вообще офигеть. А ты мне здесь халишь. Ах, выручик ты мелкий. Потом в пиццерии я тебя накажу. Офигеть, белокли. А меня опять ты не любишь, правда? Ты же меня не любишь, так ведь? Да? Эгоист. Я, пожалуйста, Бонни. Да. А где, кстати, Бонни? Вы зайдите, Бонни. А? Ну. Чё? Бонни? Нифига не знаю. Но, по-моему, он пошел, не знаю, по-моему, пошел куда-то петь или курить. Я не помню. Потому что я Фредди. И всем мишкам и Фредди просто пофиг. Да. Все, я готов. Чуваки, а какого лешего здесь делают? Не понимаю. Вроде мы были в пиццерии, а хотели посмотреть, мы в городе. Ну что, выбросили? Это так печально. Ты чё? Не знаешь новости, что ли? Ты вообще читаешь новости? Ща я найду газету и принесу тебе. Хай! Ща, минутку! Нас заменили! Нас заменили! Ненавижу весь мир! Да, Бонни, поэтому теперь мы живем здесь! И мы должны... Что это было? Кто меня ударил? Ладно, пофиг. Короче, теперь мы живем здесь! И мы должны сделать дом! Ты понял? Даже по роже дам. Поняли? Нет? Сейчас еще надо по роже получай. Да, вот так. Стоп. Бонни, какие нафиг новые аниматроники? Дай-ка мне посмотреть газету. Так. Нифига, там реально написано новые аниматроники. Ой, прости. Я нечаянно. Вы понимаете, что там новые аниматроники? Это значит, что нас заменили. И теперь мы не сможем делать так дайс. Но у нас появился новый создатель. Который когда... Бонни, опять разнакомались. Газета мастурбирует. Вы, например, видели газету, которую мастурбирует? Я, например, нет. Которая будет делать так дайс чаще. Но это не так дайс. Это... Ригдейс. Да, это Ригдейс. Просто у нас Ригдейс. Это наш шоу. Погнали. Я встаю на место. Юпи, Фокси, подвинься. Лапочка. Да ты не вижу, у тебя Фокс. Да. Бонни, ты чё? Да. Ты чё упал? Я вообще не понял. Вообще-то мы делаем здесь ри... Как там? Ридейс, да? Ридейс мы здесь делаем вообще-то.
Я что-то не понял, что ты здесь не делаешь рейд-дей с нами? Это наше шоу, мы здесь можем что захочешь делать. Нет, конечно, нам кто-то управляет. Ну, я не знаю, как его зовут. Короче, вставай, не волнуйся, мы все сделаем и потом наваляем этим дуркам. Я понял, Бонни хочет поспать. Я хочу с ним. Спать. Стоп. Если два дурака спят, что же мы будем делать, Чика? Чика, что мы будем делать? Как-то что? Делать ридейс. Что мы можем еще сделать, кроме ридейс? Почему ридейс? Мы просто украли одну букву. Нет, пару букв. Одну букву взяли. Нас не нарушат за физические права. Да. Дай мне полежать на тебе, Бонни. Короче, что будем делать? Ой, это тот же вопрос. А Бонни? Ой, какой Бонни? Бонни же дрыхнет. Ай, бля, я тоже упала. Короче, сделай мне кровать. И будем мы там спать. Да. А также мы будем там делать чики-чанские движения. Йоу-йоу. Это круто выглядит, йоу. Да. Я летающий птенчик. Я сделаю тебе кровать. Лисы умеют делать кровати. Это их преимущество. Да. Чтобы сделать кровать, нам понадобится комод, который неожиданно упал. А теперь закрепим. Теперь можем делать простыню. Все, мы сделали кровать. Если вы не уверены, что мы сделали кровать, то можете посмотреть. Давайте мы вас подвинем, так сказать. Во-во-во. Хоп. Вот. Не правда ли хорошо мы сделали кровать для Чики? Фокси, ты дурак. Прости, но ты дурак. Ты что создать? Посмотри, какая кровать. Она офигенна. Я бы на ней спал. За 500 рублей покупайте. А если не купишь, сделаю еще один укус. Только не 8,57. Я же его не делал. Я делал укус 57. Ну что ж, чикалеточек, кука. Ваша кровать сделана. Вон она там. Ваша кровать сделана. Можете здесь спать и дрыхнуть, как чики. Фокси, зачем ты меня обнял? Теперь я взорвусь. Прощай. Оу, Посмотрим, кто этот проказник тут Фокси наделал с моей кроватью. Так, нечаянно все. Что-то мы потом исправим. Хоп. Нихера не могу залезть на кровать. Но я нашла выход. А, меня оператор не может попасть. Лох. Пошла ты. Я в тебя попал. О, нет. Ладно, подвинь меня нормально. Тебе лежала как мама. Спасибо. Чик, подвинься. Ты здесь не одна живешь. Хоп. Опа. Это был брейкданс от Фокси. А потом Фокси и Чика лежали рядом, как настоящие птенчики. Но Фредди и Бонни лежали как настоящие О, привет. Не обращайте внимания. Лежали как настоящие наркоманы. И только они наслаждались спанием в этих краях. Да. Бонни, какого хера ты здесь спишь? Пошел нахер. Ну, Чика. Это, наверное, за место. Спасибо. Спасибо, Чика. Ну что ж, это был конец. Здорово, Чика. Это был первый Рик Дейс.
Я поехал на своей тачке. Господи, чуть подвинься. Я нашел выход. Вот он. Так. О, да. Моя машина. Я поехал пока. С Рик Дейсом. А еще, чуваки, я люблю надевать маску. И сейчас я на вас надену маску Фредди. Как вам понравилось? Нет? Тогда я себя взорву. Всем пока!